Бананы, кто же их не любит? Однако многие боятся того, что они потемнеют в начинке. Так вот, если вы тоже этого боитесь или просто ищете рецепт необычного десерта, этот рецепт для вас. Даже то, что вы собираетесь пожарить бананы, уже может вызвать шок у ваших близких и родных. Ведь у нас в славянских странах не принято такие фрукты подавать никакой термической обработке. Но они просто не пробовали карамелизированные бананы, которые в остальных странах почитают как большое лакомство и готовят их исключительно по праздникам в виде начинок для блинчиков, пончиков, панкейков и так далее. 1. Очистите бананы от кожуры. 1. Очистите бананы от кожуры. 3. В карамельном соусе обжарьте бананы до золотистого цвета в течение 50 минут. 4. Готовые бананы посыпьте кокосовой стружкой, наслаждайтесь легким десертом.